Александра Герасименя выиграла серебро 8-го этапа Кубка мира по плаванию, который стартовал в Токио. Белоруска показала второе время финала 24,4 на дистанции 50 метров вольным стилем. В шаге от призовой тройки на 100-метровке на спине оказался Павел Санкович. Японский старт завершится завтра. Заключительный же этап Кубка мира пройдет на этих выходных в Гонконге.